И стекла все равно повыдувало. Два окна с этой стороны. Вот можете посмотреть. Вот два окна выбитые. Вот там третье окно, крыши нема. Ну, ту заднюю стенку. Там не коснулось, оно пахнуло там. И вот тут. И вот здесь, вот, смотрите. Раз, ну это два, три, ну и до четвертого. Так, четыре окна нету. Ну я отдыхал и лежал после смены утром. И заснул. А товарищ, ну племянник, сидел в кресле, тоже заснул. И оно шандарахнуло в доме. Ну как, без стекол. А так все нормально вроде бы. Так, все живы, все здоровы. А вот, смотрите, что это... Чем они так бабахают? Вот смотрите, какая дырка. Так это какой металл. Вот дырка. И вот смотрите, с этой стороны. Хорошо, что в уголок попало. Вот. А тут уголок, короче, дырка. А вот осколок. Вот осколок. Перебило провод. П'ятеро, два із них важкі. Ті, які важкі, там відкриті черепно-мозгові травми і ураження кінцівок осколкові з переломами осколковими. Готуємо їх, ну, стабілізуємо і готуємо на евакуацію на Дніпро.